Саженцы липы мелколистной, Тилия кордата, представляют собой крепкое, выносливое дерево-долгожитель, высота которого достигает 20 метров и имеет конусообразную крону, которой при помощи обрезки возможно придать любую форму. Листья маленькие, сердцевидные, насыщенно зеленого цвета, по краям с мелкими острыми зазубринками. Липа мелколистной цветет желтовато-белыми, душистыми цветами, которые являются медоносами. Хорошо развивается как в солнечных местах, так и в тени, да и в сильные морозы отлично себя чувствует. Грунт необходим плодородный, лучше свежие суписи или суглинки, а вот песчаную почву лучше избегать. Липа мелколистная – это дерево высотой 2000 см с типом роста, среднерослый – диаметром 1000 см. Цветет растение в месяц июнь-июль. Аромат у цветов приятный. Окраска цветка желтый. Лист растения по форме сердцевидно-яйцевидный. Весной листва по цвету темно-зеленая, летом листва зеленый, осенью листва желтый. У растения нет шипов. Липа мелколистная имеет средний летний срок созревания. Его плоды созревают в месяц август-сентябрь. Форма у плода шаровидная, яйцевидная. Важно, что липа мелколистная самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.